Благословлю Господа. Продолжается роспись храма Рождества Христова. Работы ведутся на хорах. Уже открывается сегмент неба, звезды и ангелы, которые славословят рождение младенца Христа. Работы продолжаются в притворе верхнего храма. Здесь, в основу сюжета стенной росписи, положен рассказ о явлении маленькой девочки Маруси преподобного Серафима Саровского, предсказавшего возведение нашего храма. Благодарим всех вас, кто принимает посильное участие в этом благом деле.